Дагестанский доктор стал лауреатом правительственной премии в области науки и техники за 2016 год. Это заведующий отделением Российского онкологического научного центра имени Блохина Арсен Расулов. Торжественная церемония вручения состоялась с участием председателя правительства страны Дмитрия Медведева и министра образования и науки Ольги Васильевой. Премии удостоилась работа Расулова, разработка и внедрение междисциплинарной стратегии в лечении колоректального рака.